Как воспитать будущее поколение Казахстана, будущих государственных служащих и представителей различных профессий, которые смогут продвигать страну на достойное место, в том числе самых передовых стран мира? Найти ответы на эти вопросы, такую задачу поставили перед собой сотрудники управления по молодежной политике. На форум, который проходил в полевых условиях ущелья Машат, собралась молодежь со всего региона. Жить счастливо. Такую задачу поставили перед собой участники молодежного форума Барлигамбет. Ребята создали свое государство, выбрали президента, столицу, ну и разделились на 4 региона. Теперь, по словам молодых активистов, главная задача – создать светлое будущее страны. Как на этот вопрос они отвечают? Нужно жить в единстве со всеми национальностями. Ломать стереотипы – главная задача организатора форума. Один из тренингов направлен на развитие логики и воспитание сплоченности. Ребятам поставили задачу распутать веревку, и сделать это нужно в паре. Веревка подразумевает сложную жизненную ситуацию, из которой в прямом смысле этого слова необходимо выпутаться. Мугадин Мамедов – турок по национальности, студент 3-го курса, выпутался первым. Парень говорит, главное – действовать сообща. Как-то что-то новое узнаем. У нас, например, у нас каждый день одно и то же, а здесь я что-то новые люди, новые действия, новое, что-то новое. Регламент не вообще. Новые знакомства. Друг. Я в логике, в принципе, не скажу, что прям идеально, но хорошо знаю с детства, потому что занимаюсь логикой. И из-за этого как-то это учусь. Да, в лицее учусь, мне это не трудно было немного. Нормально все, я знаю метр. А это следующая группа. Разрабатывать стратегию единства народов. Задание сложное. Ребятам завязывают глаза. Необходимо пройти большой отрезок пути по разметкам. Лидер, находясь позади всех, управляет процессом. Главное в исполнении задания – доверие. Цель этого вообще этапа сплочение команды, именно выявление лидера, который будет направлять свою команду, будет ставить цель для них. И вот этот этап будет показывать, где, как может он применить свои качества, направления. Все сначала и небо. В завершение первого дня форума участники сами организовали концертную программу, все номера которой в русле заданий форума. Если танцы, то от всех народов, проживающих на территории огромной страны, от узбекских танцев до кавказской лезгинки. Это важный проект, он нужен нашей молодежи. Здесь важно не только укрепление дружбы. Именно это поколение должно строить будущее страны. Как говорит наш президент, именно они наша опора. Я вижу, как у ребят горят глаза, они хотят творить, а мы им в этом поможем. По итогам молодежного форума Берлигамыс Жарасхан выявили несколько лучших команд, с которыми будут работать и дальше. Ну а те все остальные, как надеются организаторы форума, будут активными проводниками в реализации молодежной политики региона. Шудит Саидов, Нургали Кушаналиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».